Благодарю, Петр. Мы самые величайшие во все времена, и первое место в мире — это наша судьба. Сколько у меня улыбки сейчас! Вот она вот такая, после того, как ярчайшие звезды моей команды, которых увидели сейчас в разных уголках нашей планеты, прям горжусь, радуюсь и чувствую себя суперзвездой. Вот это, собственно, и ощущение себя уже той, которой я хочу быть, именно это помогает мне быстро двигаться в нашей ассоциации. И, конечно, об этом я хотела сегодня с вами поговорить и поделиться. Вы знаете, я с первого дня, и вообще это мое кредо, быть продуктом своего бизнеса. Если я работала в предыдущей компании, да, я продавала косметику, я пользовалась исключительно этой косметикой, как я говорила, в моей косметичке нет ничего вражьего. И с того момента, как я пришла в ассоциацию, я включилась в выполнение упражнений со страстью, с огоньком. И вы знаете, реально ощутимые плоды, вот, а другого качества я пожинаю только сейчас. Как мы с вами говорим, что есть два тренера. Есть тренер фитнес-индустрии, он тренирует наше физическое тело. А есть тренер другой, тренер эмоционального интеллекта. Мы тренируем другое, мы тренируем состояние, да, мы тренируем состояние счастья. И в том и в другом случае должно пройти время для того, чтобы отточить вот это наше тело ментальное. И по моим ощущениям, вот сейчас я перехожу в другую форму, в совершенно другую форму. Я думаю по-другому, я ощущаю себя по-другому, я и результаты получаю другие. Чтобы вы понимали, как я мыслю. Ну, естественно, упражнение «Я хозяин своих мыслей» – это одно из моих любимейших. Я, как говорю, я убираю не просто негативные мысли, я даже отщелкиваю мелкие нейтральные мысли, понимая, что они ничего не создают. И каждую свободную минутку я себе говорю, что я суперзвезда. Ребят, ну вот я так живу, как я говорю, я иду за хлебом, а в голове у меня, знаете, какой этот рэпчик. Вот вы не знаете, а вообще-то идет мультидолларовый миллиардер. Да-да, я здесь живу, вот в этом районе, да, вот я сейчас просто так иду за хлебом, без охраны, представляете? Вот это вот один мотивчик, который звучит у меня в голове. Ну и самое главное, знаете, я живу из момента сейчас, понимая, что момент сейчас – это единственный момент, который возможен. Другого момента в принципе не существует, времени не существует. Мы с вами знаем, что ну, номинально есть прошлое, настоящее и будущее. Но по сути прошлого нет, это информация. Да? Попробуй что-нибудь сделать в прошлом, это невозможно. Будущего тоже не существует, оно многовариативно и зависит от ежесекундного нашего выбора. Мы живем в одном единственном моменте, это момент сейчас, и это момент вечности. Мы живем в вечном сейчас. И в этом смысле, когда люди думают, что я когда-нибудь сделаю в будущем, ты не в будущем сделаешь. Ты сделаешь сейчас. Все равно ты сделаешь в будущем, но сейчас. Смысл откладывать. Но смысл откладывать, если все равно ты сделаешь сейчас. И у меня вот это понимание, ну, когда я что-то хочу, там, я не знаю, когда я хотела суперлицензию, там, мастерлицензию, я точно знала, что я это сделаю. Смысл откладывать, я сделаю это сейчас. Идеальный момент, момент вечности. Ну, а после того, как ты понимаешь, что есть единственный момент, это сейчас, и это момент вечности, а в вечности есть все. И мы бедные, и мы богатые, и мы с квартирами, и мы без квартир, и с машинами, и без машин, и мы известны, и мы неизвестные никому. Вопрос только нашего сознания, что ты хочешь пережить на опыте. Я выбираю ярчайший путь, я выбираю путь суперзвезды, я выбираю путь мировой славы, и поэтому я свое сознание разворачиваю сюда. Я иду к тому, чтобы пережить этот опыт, понимая, что он уже есть. Как говорит Владимир Викторович, да, все уже произошло. Все уже есть, все уже есть. Уже есть миллионы, миллиарды и благодарных людей, и чеки. Все уже есть. Вопрос, что ты решишь пережить. Решите пережить вот это с парашютом.
Или есть возможность нырнуть с аквалангом, или есть возможность, там, не знаю, встать на сноуборд. Мы же знаем, что есть эта возможность. Знаем, все знаем. И если заморочиться, да, то в принципе можно пережить этот опыт. Да? Можно решить прыгнуть с парашютом и прыгнуть. А можно не решить этого сделать. Можно на это никогда не решиться, ну просто не выбираю это и все. Так вот, с богом, со славой все то же самое. Просто выбираешь пережить этот опыт. Ну, это должно быть решение, понимая, что это уже есть. И вот я мыслю вот так, это уже есть. И вы знаете, когда я проводила вот этот корпоратив, который вы сейчас увидели кадры из которого, я провожу его на том уровне, который сейчас ощущаю, да. А сама думаю, ну это только, это вот сейчас у меня так, но на самом деле это по-другому. Смотрите, мы проходили шикарную школу мистера Биста, да, которую проходили за закрытой дверью. Владимир Викторович нам преподавал, это самый известный ютубер сейчас, который филантроп, который очень огромное количество денег просто раздает по всему миру. И я уже примеряю его роль. Я хочу также раздавать много-много денег. И смотрите, что я сделала. Да? Я устроила конкурс, на котором каждому там дала по 100 рублей. Потом мы эти деньги выигрывали. В конце концов, там получилось 1400 и забрал там один человек. А я сижу и думаю, ну вот я сейчас раздаю по 100 рублей, а следующий корпоратив будет, это не 1400, а 140 тысяч. А следующий корпоратив это будет 1 400 000. Вот так вот я живу, понимаете? Понимаю, что все это есть, но сейчас просто чуть-чуть нужно времени. Но я иду пережить вот этот опыт. И поэтому вам тоже советую, начинайте быть продуктом своего бизнеса. Каждая мысль идет в зачет. Начинайте себя уже ощущать, себя максимально великими, максимально известными, потому что мы первые интеллект-тренеры нашей планеты, это реально уже история, это уже свершившийся факт. И свое первое поло интеллект-тренера я уже аккуратненько упаковала в пакетик, да, я его уже не ношу, оно там уже такое белое, но это фирма H&M, я думаю, ну вот интересно, за сколько долларов, тысяч, миллионов продадут это поло где-нибудь там лет через 100, через 200, это уже религия.